9 ноября стартовало итоговое голосование фотоконкурса «Народы Арктики». Для участия в проекте 98 жителей Ямала и других регионов прислали более 300 работ, которые получили 9578 отметок «Мне нравится». Хотя на конкурсе были представлены профессиональные репортажные и портретные снимки, пользователям больше приглянулись моменты повседневной жизни, снятые на мобильные телефоны. В финал попали 9 фото. За то время, что длился конкурс, а это был всего месяц, они набрали большее количество лайков. Стоит отметить, что среди финалистов большинство участников – это жители Ямальского района. Сейчас проводится открытое голосование в социальной сети ВКонтакте. 5 лучших фото станут экспонатами выставки, приуроченной ко дню рождения округа. Открытие выставки запланировано в декабре. Голосование продлится с 9 по 17 ноября до 13:00 по московскому времени. Заходите в группу «Народы Арктики» и голосуйте за лучшее фото. Поддержите своих земляков.